Добрый день, друзья! Я Быстрый Олень, но с вами сегодня 9 июня, и у нас в гостях вот такая щука. Что, дорогая, вот ты и попалась, наконец-то, Быстрому Оленю. И сегодня мы сделаем по рецепту одной симпатичной девушки. It's me. Вот такую вот щучку, которую мы только что ловили. А помнишь, Емеля щуку поймал? Ну да. И три желания загадал. Покажи она головы. Еще, она еще. Ой, какая чего пасть. Чего тебе надо, Насарчик? Вау, ты же какая страшная. Ой, пасть. Чего я хочу, вау. Я тебе не скажу. Ой, какая пасть. Зубы, смотри, зубище. И крючок там, сними крючок. Ты видишь, у него крючок там запутался? Ну да, крючок торчит. Застрял между зубами. Вот на него-то ты и попалась, красотка. Ну все, вот такие вот щучки у нас водятся в Торонто. Вот мы приехали в Порт Кредит. Это в Миссисаге. Совсем прям почти в городе, вот видно кондо. И здесь озеро и парк. И можно половить рыбку. Уже поймали щуку. Вот это наши рыбаки. Олег Быстрый Олень. И Сережа, ну мы еще пока ему не дали индейского имени. Но все впереди. Быстрый кто? Дятел. Быстрый дятел. Вот. Познакомьтесь, это наши рыбаки. Вот такая щучка у нас сегодня. На ужин. Сейчас Быстрый Олень вам покажет один из рецептов, который можно сделать вот из этой такой красивой щучки. С лучком. С чего мы начинаем? Ну, с чего мы начинаем? Вот такая большая. Отрезаем голову. Аккуратненько снимаем шкуру, как чулок. Да. Все, что внутри, мы вытаскиваем. Так. Отделяем кости от мяса. Жарим лук с морковкой. Мясо смешиваем с этим, с луком, с морковкой. И этот чулок набиваем этим составом. Лук, морковка и мясо. Потом подставляем к этому чулку уже набитому голову. Смазываем все майонезом и в духовку. Вот так. Да. На, вытаскивай крючок, во-первых. Да, сначала нужно вытащить. Будь осторожен. Вот таким крючком. Вот таким крючком мы ее поймали. А ты ее моешь теплой водой, да? Теплой, чтобы это все сопли снять. Ну что, вот. Вот в таком фартушке. Теперь что мы делаем? Надо чистить ее. Сколько есть. О, видишь? Теперь надо почистить. Не, есть шелуха. Так, ну давай я почищу. Ну давай вдвоем. Ты оттуда, я. Две руки это быстро. Четыре. Чистка рыбы в темпе спейса. Чистка рыбы в темпе спейса. Процесс интересный, но сложный. Да, что-то сложное. Наливай да пей. Кстати, давайте выйдем. Да, налив. Так, напитки налиты. Можно приступать. Давайте дринкнем. Давайте! Так оригинально. Теперь вот, конечно же, кожу с этого щука. Это щук мужского рода. Конечно же, Быстрому Оленю не доверили. Это делают нежные женские руки. Желательно снимать так, чтобы кожа. Да, этот процесс такой серьезный. Снятие шкуры. Но стоит только один раз попробовать как-то снять. Сначала кажется, что это трудно, но вообще-то это, конечно, не нелегко, но когда ты уже имеешь опыт, то это не на, так сложно. На маленькой тяжело. Да, есть, на большой. На большой легче, на людей. Опыт – дело наживное. Точно. Свет, дай какую-нибудь тарелку, если мясо не будет оторваться, не будет сказать. Интересно. Я в первый раз вижу, как со щуки снимают шкуру. Скальп.
Ну, конечно, нужно подготовить морковку. Вау, как она снимается. Вот только в плавниках вот здесь надо быть осторожным. Потому что изнутри там у плавника такие косточки есть, которые можно вручную отделить. Если ты будешь просто тянуть, порвешь кожу. Доходим до хвоста уже. Видишь, вот хвост уже. Да. Вот, так, хвост. И всё, где ты мы... Ты же его не можешь выдернуть. Да, так? Не можем. Да, просто отрезаем. Так, отрезаем хвост. За ненадобностью. Так. Видишь, какая красавица. Как сапоги-чулки. Все. А вот с этой, да, мы снимем сейчас мясо. Отрываем мясо от костей. Да. Теперь нужно мелко порезать щучку. И здесь встречаются косточки, их нужно вот такие вот, например. Огромные. Огромные, их нужно повытаскивать. А то, не дай бог, влезет туда. И не вылезет. В больницу повезут, косточки достать. А шкурку покажите, какую сняли, красиво снимали? У нас шкурка, у нас просто это шедевр. Вау. Это шедевр, это красота. Посмотрите, как она блестит. Вы только посмотрите на эти переливания цветов. Нужно почистить морковку, еще? Правильно? Знаешь, будет вкуснее. Сначала морковка как, тушится, да, девчонки? Немножко обжарить, морковку и лук. Морковка и лук. Процесс пошел. Потом это смешать вот с этим мясом, что ты нарезала, Олег. Ага. А вот эту голову мы решили из нее сделать уху. Завтра. Любую. Оливковое масло. Жарим лучок. Засыпаем морковку в лучок, да? Руки ко мне. И так слегка поджариваем. Да, да, слегка. Дай это все расти. Многовато немножко. Так, теперь в мясо вбиваем яйца. Теперь перчик, соль, а как же без нее? Теперь все это перемешать. Светик, давай, Марк, хватит. Теперь морковку и лук. Так, теперь это все тщательно перемешиваем. Перемешаем. Вот так. Перемешаем. Где плавник, значит, внутри есть такие маленькие косточки. Да. То есть, когда ты отделяешь шкуру от мяса, вот это вот место нужно особо внимательно, потому что ты будешь просто тянуть шкуру, ты можешь сорвать. Потому что здесь вот есть такие косточки. Эти косточки нужно аккуратненько отделять. Вот они. Видишь? Ага. Очень красивые плавнички такие, просто переливаются. Да, просто, я не знаю. Это такое коралловое... Желтая, черная. Да. Так, ну что, так как у нас противня не оказалось, мы придумали противень из фольги. Так, теперь мы набиваем щуку фаршем. Смотри, как у нас противень. Вау, какой шикарный. Ну просто. Светик, смажь его маслом. Полить оливковым маслом, чтобы не пристало, правильно? Не пригорело. Не пригорело. Жарить там. Так, теперь мы ее на противень. Завернуть как надо. Давай зашьем ей голову. Так как мы голову пустили на пустим на уху, поэтому закроем ее фольгой. Вместо головы. Убираем. Вот. Красавица! Симпатичный. Ничего, он засохнет все равно. Все, ой, иди. Все, теперь ее. На огонь. Майонез и ее так аккуратненько смазываем со всех сторон. И так она в духовочке готовится. А теперь можно и потанцевать. Нет. Вот она, красавица, готовая, вся золотистая. Сейчас мы будем доставать и будем кушать. Народ, вкусно, вкусно. Как море полно воды. Сейчас ее порезать. Вот уже. И к столу. Так, Светик, давай тарелочки. Красавчик. Красота.
А утром хорошо встать после щучки и поехать на Wilcox Lake. Это недалеко от Торонто, полчаса езды. Здесь сегодня превосходная погода и красивое озеро. Вместе на берегу озера сразу вспоминаются стихи моей любимой поэтессы Антонии Ильинской. Уж час остыл, идет полдневый час, сверкают своды, но мой взор прикован к красотам дня. Ими околдован, не отвести от чародейства глаз.